Ребятушки, я скипятил туалет бомж! Поделитесь лайком за 3 секунды, и тогда я смогу стать супермощным титаном! 1, 2, 3! О, погоди, братишка, я вижу то, что они поставили лайк! О, наше превращение начинается! О, спасибо вам большое, ребятушки! Вы самые лучшие! 10 минут до отправления! Где же этот горобобосик-то? Городосик! Городосик! Да где же он, да ё-моё! А, так вон он, гадёныш сидит, прохлаждается! Городосик! А, что? У нас отправление через 10 минут! Ты что, с ума сошел, что ли? В смысле через 10 минут? На билетах взгляни! Я же вроде только на 5 минут отвлекся. Ну вот твои 5 минут, понимаешь? Ну тогда пойдем быстрее, нам нельзя опаздывать. Ну погнали, а куда нам идти-то? Сейчас подожди, посмотрю по билету. А, вот, вот сюда нам нужно. Сюда? Третий, точно? Да точно, точно, третий, я тебе что, врал когда-то? А, ну слушай, да, третий номер. Ну ладно, погнали тогда. Вот здесь вроде проход. Тут? Думаешь? Да. Здравствуйте. Здравствуйте, предъявите ваш билетик, пожалуйста. Подождите, а где мой билет? Что за приколы? Подожди, я потерял что ли его? А, не-не-не, он у меня. А, у тебя? Ё-моё, ну ты и пугаешь. На, вот, держи. О, спасибо. Вот, держите, вот, читайте. Ты тоже давай, показывай. Хм, да-да-да, вижу, все правильно. Ну ладно, забирайте ваши билеты. Ну и на какое место нам садиться, а то в билетах там почему-то непонятно. А, слушайте, вам в целом в 4-й ряд первое-второе место. А, ну спасибо большое, можно пройти, да? Да-да, конечно, проходите. Все, Горобобос, давай. Уже скоро отправление у нас. Давай, бежим быстрее. Побежали. Опа, погоди. Ты тоже видишь? Полностью свободный самолет. Видел в интернете у некоторых людей такое. Ну, значит, мы с тобой везунчики. Еху! Как в бизнес-классе. Только вот жалко то, что окна почему-то закрыты. Ну, это я согласен с тобой. Это очень жалко. Потому что самое интересное в полете это как раз-таки вид из окна. Сам понимаешь. Ну да. Даже если падать начнем, ничего не увидим. Да, вот это как раз-таки и пугает меня. Уважаемые пассажиры, приготовиться ко взлету. Просим вас убрать все гаджеты, еду, ну и успокоить своих детей. О, слышишь? Скоро отправление. Да-да, скоро отправление. Татя, у тебя что, есть дети? Не, у меня детей нету, а у тебя есть дети? У меня нет. Ну вот и замечательно, давай, скоро с тобой на Мальдивах окажемся. Можем в целом поспать немного, как тебе эта идея? Ну, давай поспим, я как раз уже устал там сидеть в этом аэропорту ждать. Ну сам понимаешь, мы в 6 утра проснулись. Конечно, мы с тобой устанем. Да и вот к тому же, как раз таки я тебе и предложил поспать, потому что я спать очень сильно хочу. Ладно, братишка, полетели тогда уж. Слушай, Городосик, ты тоже это слышишь? Да, какие-то непонятные звуки. Уважаемые пассажиры, срочно надеть маски! Мы походу падаем! Что? В смысле падаем? Моя голова! Стоп! А где я? Что это за крыло какое-то? Вообще ничего не помню! А голова-то как болит! Вначале нужно вообще понять, где я нахожусь. Какой-то остров, какие-то обломки. Вообще ничего не помню. Ну ладно, нужно бы доплыть до того острова, хотя бы определиться, где я нахожусь. Максимум, что я могу сказать по этим обломкам, я как будто попал в авиакатастрофу. Стоп, я же был с Горбобосиком. А где тогда Горбобосик и остальной самолет? Блин, куда меня вообще закинуло? У меня осталось максимум бутылка воды и жареная говядина, точнее баранина. Интересно, как это не смыло вообще у меня? Но на первое время, к сожалению, мне этого не хватит. Эй, здесь кто-нибудь есть? Эй! Неужели я и вправду на необитаемом острове? А где тогда животные? Или еще кто-нибудь?
Как я тут выживать-то буду? Жаба, жаба. О, мне показалось? Городосик? Жаба. Городосик, я тебя слышу, я в середине острова. Жаба. Городосик, я тут. О, я нашел тебя. Городосик, ты жив? Я тебя искал целых 3 дня, но не мог никак найти. В смысле 3 дня искал? Ну, столько прошло времени с того, как я очнулся. Подожди, а ты как тут очудился? Единственное, что я помню, то, что получил удар по голове в самолете, резкий какой-то странный звук, и все. Я очнулся уже здесь. Я не знаю, сколько времени прошло. Может быть, ты спал намного больше 3 дней. Подожди, это значит то, что мы могли быть с тобой в отключке еще дольше, если ты сам ничего не помнишь? Ну, получается, что так. Ну и если ты тут на этом острове уже 3 дня, то стопудняк у тебя уже какое-то местечко подготовлено, да? Да, у меня есть такое место. Пойдем за мной. Ну и слушай, дружище, как мы отсюда теперь, кстати, выбираться-то будем? И у тебя неплохая такая пещерка, ничего себе! Сам выкопал. Неплохо, неплохо! Нам бы тут хотя бы выжить, а дальше уже как-нибудь разберемся. Ну ты же понимаешь, что мы с тобой тут месяцами не сможем торчать? Все равно как-то придется выживать. А с едой мы, кстати, что будем делать? Животных здесь нет, придется ее выращивать. Ну ладно, надеюсь, то, что мы справимся. Значит, первым делом мы с тобой посевы будем искать, а вторым делом я предлагаю тебе сделать надпись из камней. Ох, братишка, так хорошо выспался, ты бы знал! Да, я тоже очень хорошо выспался. На этом острове мне всегда хорошо спалось. Даже как-то сваливать отсюда не хочу. Ну, кстати, я с тобой полностью согласен. Здесь все бесплатно, да и к тому же, ты взгляни, какую мы с тобой хату сделали. Да вообще топово, вместе с тобой за целых 2 недели ее собрали. А слушай, кстати, а насчет вышки, ты ее доделал вообще? Да, я ее как раз доделал. Не хочешь сегодня посмотреть все с птичьего полета? Ну, пойдем. А то вдруг мы с тобой найдем, не знаю, самолет летающий. Или корабли какие-нибудь. Правда, я не хочу, чтобы нас забирали отсюда, но да ладно. Пойдем, пойдем, она в той стороне. О, даже ее отсюда видно, ничего себе. Вау, вот это, конечно, красотища. Давай, давай, заходи. Да я уже зашел, зашел. Не упади тут только. Да не упаду, я осторожен. Вот это, конечно, вид. Конечно, не Мальдивы, но это вообще лакшери, понимаешь? Ну да, ну да. Знаешь, обычно в сериалах все ненавидят, когда попадают на необитаемый остров. А я вот лично отсюда вообще не хочу сматываться. Ну да, тут все бесплатно, свежий воздух, вкусная еда. К тому же еще и лично приготовленная. Вот, согласен полностью. О, подожди, ты слышал эти звуки? Я тоже слышу эти звуки. Что это вообще такое? Офигеть! Да ну нафиг! Что это вообще за туалеты такие? Я не знаю, что это такое, но они напоминают тот самый звук перед уничтожением самолета. Как они вообще тут появились? Какие-то разговорчивые туалеты. Может, они пытаются нас выследить? Да зачем им это? Ну, им нужно же было зачем-то уничтожать этот самолет. На самом деле, не знаю, что у них на уму, но я бы, дружище, побежал бы домой. Давай на счет 3. 1, 2. Побежали! Давай, давай, Горбобас, побежали! Они за нами бегут! Давай, давай, давай! Давай, беги быстрее! Офигеть, их дофига! Еще какие-то летающие! Быстрее! Быстрее, Горбобас, давай, 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 заделывай все! Слышишь, они походу ушли. Так, нужно бы обстановочку посмотреть. Ладно, иди тогда делами занимайся, а я пойду взгляну, что там. Да, давай. Фух, ну я надеюсь то, что они и вправду ушли, потому что ну что это вообще такое? Так, ну по-моему они убежали. А ты еще кто такой? Или такая... Горбобос! Горбобос! Что случилось? Слушай, братишка, я только что видел какого-то непонятного мужика или женщину. Видимо, как раз-таки оно или он или она походу прогнала этих туалетов. Да не может этого быть, тут никогда никого не было, а тут сразу и туалеты, и какая-то непонятная
существо. Да я сам, братишка, в шоке! Мне кажется, нам пора с тобой устанавливать железные двери! А то сам видел то, что эти туалеты, походу, умеют двери открывать! Ладно, давай сделаем оборону для базы. Ну давай, братишка, чтобы на всякий случай таких ситуаций больше не было!